Для меня он был и останется всегда бунтарем, настоящим рок-музыкантом. Понимаете, он все сам на небесах к Богу, не уторопился. Он пришел к нему. Но вот его сизый голубь, он так и будет парить над, не только над нашей колонной, но и над всей Россией. Поэтому он верил в Бога. И поэтому он пришел к нему, потому что он настоящий рок-музыкант. Страшно. Страшно будет перед Богом стоять. Грехи давят. Чего ждете, сервицы? Чего по моему двору топчетесь? Как Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа за 30 серебряников, так и вы продали души свои за наслаждение мира сего. Мысли приходят, я думаю, почему же я молодой такой, все у меня прям переливается, я и это, вот, а потому что я никогда не умру, я никогда не умру, представляете, смерти нет, человек это луч, только есть начало и нет конца.